Вот я не понял. А что это за шухер на ночь глядя? А я не только не в доле, но даже и не в теме. Так это гарант. Казнит или козлит. Все в его воле и власти. Самого Беню за похабную выходку. И на этот раз совсем не крика. Ой, даже страшно сказать. Самого Коломойского? Интересно. Вот это сенсация. И какую же казнь придумал для него наш гарант? На кол? Или на бочку с порохом? Пускай полетает. Вау! Ну такого зверства от президента не ожидал никто. Бедный, бедный Беня. Я ему не завидую. Слава Богу, дорогие зрители. Хоть нас, хоть это не касается. Спокойной ночи.